Хей, hey, йога, okay, с вами мы продолжаем бродить игру под названием Shadow Warrior. Короче, мы на какой-то фабрике, мы убили в прошлой серии еще босса. И я не знаю, теперь у нас, короче, какая-то жопа будет происходить по-любому. Я по-любому в этом уверен. Так, у нас, если не ошибаюсь, очко Ки есть. У нас еще есть дробовик с вами, поэтому нужно где-то его тоже вкачивать. Так, вот это, да, я сказал, буду вкачивать теперь. Типа отхил дополнительно. Ну блин, ну там типа отхил от аптечек в основном. Что еще есть? Может скорость прокачивать? Энергия повышается на 10. Запас энергии повышается. Быстрое восстановление. Го, наверное, восстановление. Блин, я понимаю, что это, по сути, вообще не нужная вещь. Но... такое. А хотя... это более сейчас для меня нужная вещь. Поэтому я знаю, что я прокачаю. Тот, кто пользуется советами печенья, непременно рассыпется. Да, рывки получаются тоже не очень хорошая вещь. Именно на поверхностях, если ты немного. Если ты немного на поверхности. Сейчас сразу идем. Это ровно... Шеренга по 20 оттяжных каждый, что-то так, умри. Поехали. Печать. Там у нас печать. Хорошо. Берем ниже. Вот. Там лежит челик. Он мертвый. Теперь мертвый. Теперь мертвый. Ха. Вы думаете, я такой глупый? Не знаю, что вы меня обманываете или что? Умри. Еще встанешь, не дай бог. Тебя еще нужно обезглавить. Так, ты без? Да, ты без. Ты с. Все, можно идти. А, там просто алтарь сломался. То есть тут они было продумано это. Я застрял немного. А их тут двое. Блин,
Давай, давай, давай. Хорошо убить меня? Ты не сказал волшебное слово. Ах ты ж, ёма. Они мне этот сбрасывают или что? Ё-моё. Пипец. Почти подох. Почти, как говорится, не считается. Говорится, почти не считается. Есть, готово. Тайник найден, деньги получены. Так, ну тут больше ничего нету. А что мы открыли? Вот эти двери, да? Можем сейчас быстренько еще обратно сбегать, самое обратно, и посмотреть этот, как он называется, что у нас с поворотом. Может, они откроются все-таки, когда мы знаем. Да, они открылись, отлично. Тогда все отлично. Денежка. Так, и здесь можно было спрыгнуть. Лучше F5 нажать. Ага. Ага. На подушечку прямо приземлился. Плохая подушечка, да? По идее, она должна была мне смягчить, походу, урон. Походу, нифига. Ну, зато у нас теперь с вами этот есть. Доп вещи. Да, что-то энергии... А, я же энергию не прокачал. Блин, что я думаю, что я энергию вкачал? Когда у нас не вкачано. Что это там? Я вообще отсюда пришел? Нет. Че я вообще сюда побежал? Зачем? Не, рывки намного быстрее. Рывки намного быстрее. Так, стоять. Мне сверху что-то нужно было сделать? Нет. Немного ниже, там должны быть двери. Пипец. Я приземлился на подушку, но мне все равно урон нанесся. Вон, ворота. Вот они. На это Годзу было очень крепкая броня. Благодарствую. Сам ее сделал. Что? Правда? Один из моих талантов. Так, Энре нанял меня, чтобы сделать им все доспехи. Мы... Так, ты видел лишь что-то там.
Все. Поехали. Загрузочка, сохранение. Так, откуда взялась токсическая жизнь? Так вот почему я их не могу побить. Опять трупы? Что такое с этим парнем? Я понял, мне, короче, желательно дробовик вкачивать. О-о-о. Я ж могу так, в принципе, делать, что это было. Похоже, вы отлично, так не нужно время и место. Изи. Ну, очень мало мне дали. Бонуса. Очень мало дали бонуса. Так, все перезарядил. Да, все. Знаете, я вот не помню, где здесь, а есть, по идее, взрывной бочонок. Почему я не могу использовать тебя? А, как придумали, видите? Типа не могу достать. Жаль. Как туда попасть? Так, статуэточка. Мне нужно как-то огонь выключить, либо типа того. Ладно, разберемся. Ладно. Так, очко кармы там дали. Очко кармы. Огнеупорно еще, наверное, вкачаю. Тоже полезно. Убивать легко. Совмещать трудно. Совершать? Или совращать? Так. А, вопрос, куда мне? Пусть сюда. Оп. В этой броне много уязвимых мест, может быть, поэтому они... Может быть, я и сказал, что не помню, как это случилось. Может быть, они взяли твою память и поместили в этот? Тебе нужно добраться, пожертвовать память, чтобы создать это существо. Я бы никогда этого не сделал.
Такой, знаете, сундук одинокий такой лежит. Ну, в принципе, патроны. Нормально. Нормально. Интересно, когда меч полностью улучшил. Это сейчас как? Стоять, а огонь откуда начинался у нас? Игровой комнаты нет. Привет, если бы я сейчас сдох, врезавшись головой об эту херню. Здесь, она вряд ли. Что тут еще есть? Печенюшка. Не парьтесь по мелочам, не молчите, правивает Джордж Карли. Не мелочись. Подожди, я хочу статуэточку взять. Так, а возможно ее ли взять? Но здесь, в принципе, возможно спрыгнуть даже. Сейчас попробуем. Кажется, я нашел выход из этого зала. Ага. А теперь как туда попасть? Что мы вообще сделали? Какого зала? Имеешь в виду отсюда? Умри. Ломники. Засаду сделали. Не. Так, о, так он это поднял ее, неужели? Так, бочка взрывашка. Ладно, я понял. Это была видеоигра, за это было ли дали до хера очков. Это не видеоигра. Мне бесит, когда они отражают мои атаки. Мне это очень бесит. Вот чё ты блокируешь мою атаку? Просто прими ее и умри. Все, что было. Вы так просто сдохли, да и все. Так, а что они не открыли? Проход здесь, да? Так, подожди. Здесь проход, так? Денежка. А 9 денежек. 9. 9 денежек. Так, здесь мы свет включили. Хорошо, что тут хотя бы подсвечивается, куда мне идти. Очень сильно помогает и выручает. F5. Вам привет от мамы. Так, ладно, сначала сюда. Готово. Теперь наверх. Сюда. Да, да, типа закрыто, но туда можно пройти.
плюс деньга. Так, по идее, больше ничего туда не было. Там. Больше ничего, поэтому можно идти. Подожди, я, походу, один тайник где-то не нашел. Ага. Блин, а только вернуться можно. Только. Короче, там... Я не помню, где... Нужно бачки взорвать. Походу, там, где мы дрались с демоном, вот там, наверное. Или там, где мелкие бочки горели. Там нужно было стенку взорвать. Там была бы секретка. Ну, увы. Окей. Так, теперь у нас вечер немного. На третьей вообще, кажется, ночь. Или это в здании внутри. Типа. Глава восьмая. Не совсем джин. Ага. Значит, это, скорее всего, будет что-то связано с нашим. Откуда древнему мечу взяться на верфи? Без толка об этом думать. Просто найди шепчущего. А найдите второго шепчущего. Ох ты ж, ё-мо. Ну, понятное дело, что просто так настолько огромную локацию бы не дали. Значит, все-таки здесь что-то уже будет потяжелее. Так, заново проверяем. Шьёба. Она очень большая. Арена это. Ладно. Так, ну, я уже как максимум два хила нашел. Поехали. А пока хотя они бегут. Не, ни хера. Лежать. Тихо-тихо. Готово. Лежать. Тихо. Давай, скотина. Ну? Еще где-то? Что-то больше их не вижу.
Боже, за нее я просто время потратил. Так, очко плюс карма. Все, это у нас полное. А, ну, там я немного разберусь попозже. Где у нас вот аптечка? Так, давай смотреть. Сюда не пройти, сюда не пройти. В трубах ничего. Дробовик мы не использовали. Так, еще одна хилка. Тут ничего. Мусор. Бочонки, так, туда можно попасть. Может, они мне дверь откроют? Кто его знает? Кто его знает? Может, они мне дверь откроют? Ё-моё. Так, здесь много бочек взрывных. Ух ты. Не удивило, что он открылось. F5. Загрузить. Загрузить. Ну, загрузить. Ну, это типа морского порта. Там была фабрика у нас изначально, теперь порт. Интересно, какие еще будут враги. Какие же еще будут враги у нас впереди? Понятно, что мне туда в дверь. Ну, пошли больше. О, статуэтка. Найс. Так, карму уж использовали, да. Карму мы используем. Рычаги. Кто-то... О, печенюшка. Разница между... так. Ротовым и реактивным... Так, градисником... Лишь дело вкус. Так, мне вот... Я думаю, что смогу передвинуть эти поезд, чтобы мы смогли пройти. А, то есть мы просто будем передвигать поезд. Ну ладно. Тогда ничего сложного. А, мне нужно все три нажать. Понял? No, нет, не так. Told you. Piece of cake. Я же говорил, проще что-то печенье. Не, ну, в принципе, я правильно сделал, слушайте. Мне нужно просто было вот этот не трогать, и все. У нас ровная дорожка. Piece of shit. Топать. Изи. В смысле, все правильно же. Сейчас пробуем. Так, мне лучше побезопаснее спуститься. Ну, типа, алло. Я то прошел. А в чем то проблема? А, я типа должен там где-то тропинку сделать. Да, если бегать, типа энергия очень быстро тратится. Тогда понятно. Тогда понятно. А где тогда этот проход? Вот он. Сюда, сюда. Все, можно спускаться.
А почему? Почему оно не сработало в первый раз, когда я сделал тропинку нормально? Я там нормальную тропинку сделал, не надо. Имеется в виду, что мне нужно этот сделать себе. Да не видно, да? Да вон, проходы видите? Чик-чик-чик там. Как он? Я там не пролезу. Что-то херня какая-то. Что-то херня какая-то. Проход вон он. Я же говорил, проще пареной репы. Проще пареной репы. То есть я уже этот диалог читал. Я понял, что нужно было сделать теперь. Так, давайте в ту сторону пропусть. Ага. Круто. Больше заново побегал. Трупачок. Здесь ничего не... Я бы сюда что-то положил. И поспрятал. Почему бы нет? Так, и куда мне? Тут я в другую сторону. Все-таки нужно было в другую сторону. Блин. Опа. Ах ты ж, ё-моё. Ну да, теперь у нас это такой враг. Так, давайте я сразу дробовик улучшу. Можно ж, по идее. Так. Дробовик Зикс С. Боевой дробовик Зила Андерс. Трейс. Несмотря на дешевизну, надежность и возможность модифицировать его гражданские версии, отсутствует магазин и полностью автоматический режим огня. Из-за необычной формы его часто называют феном. Шторм огня, как это понять? Чтобы причинить страдания. Я думаю, лучше 4 ствола купить. Потом шторм огня прокачать. Время заряжает 2 патрона. Хотя нет, 2 патрона одновременно. Hey, you wanna skip this noise and get a beer? No? Хочу читать. Okay. I guess I should go back to killing you. Ой-ой-ой. Да машины не взрываются эти. Не-не-не, мы
пожалуй, лучше дробовик будем против них использовать. Так разве я тебя не убил? Ох, ё-моё. Давай быстрее, пожалуйста. Хотя... Не волнуйся, повезет еще раз. Не повезет. Больше не повезет. Не, вот это был сильный замес на самом деле. Так, тихо. Аптечка есть? Есть. Аптечка есть. Так, труп. Блин, откуда? Ребят, вы хотя бы взяли здесь? Тут ничего. Все прячут. Так, туда не попасть. Чуть в дверь не зашел. Так, мы отсюда пришли. Ну, в принципе. А тут больше ничего такого нету. Ну, поехали. Сразу перезаряжаемся. Блин, он вот, видите, типа я сменил, но он не успел, он, типа, не перезарядился. Вот, типа. Ладно, я думаю, короче, давайте, наверное, на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.